Сегодня на кукише мы будем готовить густое клубничное варенье. Ягодки в этом варенье остаются целыми и ароматными, а за счет особого уваривания варенье только слегка меняет цвет. Если вы действительно хотите приготовить густое варенье, не уменьшайте количество сахара в рецепте. Именно благодаря нему варенье получается густым. Итак, помытые очищенные ягоды кладем в кастрюлю, пересыпая слоями сахара. После каждого слоя сахара встряхиваем кастрюлю, чтобы он максимально равномерно распределился по поверхности каждой клубнички. На эту процедуру у вас пойдет не весь сахар, какая-то его часть останется. Ее мы добавим дальше. Далее накрываем кастрюлю крышкой и убираем в холодильник на 12 часов. За это время ягодки пустят сок и напитаются сахарным сиропом. За счет этого, кстати, они станут более твердыми. Посмотрите, ягода пустила сок. Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Можно проварить ягоды 5 минут. Аккуратно отделяем ягоды от сиропа. Это можно сделать шумовкой или же, как мы, процедить сироп через дуршлаг. Ягоды накрываем крышкой и отставляем. В сироп добавляем оставшийся сахар и ставим на огонь. Чтобы варенье не растекалось и было густым по консистенции, близким к конфитюру, сироп нужно уварить наполовину от имеющегося объема. У нас на этот процесс ушло 2 часа. В процессе уваривания в сироп нужно добавить сок лимона. Это поможет ягодам усилить естественный цвет. Сироп готов, значит, настало время заливать им ягодки. Ставим ягоды в сиропе на огонь и после закипания варим 15-20 минут. При этом снимаем образовавшуюся пену. Разливаем варенье по банкам и закупориваем их. Варенье в пиалке еще не совсем остыло, поэтому густота не окончательная, но даже сейчас можно увидеть, что сироп достаточно густой. Касательно цвета ягод. Смотрите, вот для сравнения два варенья. То, что светлее, сварено по этому рецепту. Более темное варилось классическим способом. Классический рецепт более простой в приготовлении, но зато данный рецепт за счет того, что клубника варится всего 20 минут, позволяет сохранить еще и привлекательность ягод. Хотим предложить вашему вниманию три замечательных способа заморозки клубники на зиму. Возможно, благодаря им вы сможете заготовить клубнику быстрее и эффективнее.